Задание новое. Сколько переносных ядерных бомб вы видели в банке? Одну. Вы видели одну? Одну, а место было для трех. Если видишь ночью пару огоньков, это еще не значит, что там целое НЛО. Мы думали, что там три бомбы. А я думаю, что Элвис еще жив, но, бля, билетов на него не покупаю. А что с другими бомбами? Так одна уже здесь. Значит, о Париже вы не знаете. Что? Вы слышали? Он не остановил. Кто он и что не остановил? Вы о нем? Служил в русском спецназе. В отряде «Вымпел». Дмитрий Маяковский, Дима. Такой боец случайно нигде не появляется. Мы знаем, что вы. Мы встречались. Знаете. Выкладывайте уже на чистоту. Мы думаем, вы знаете, зачем он был в Париже. Скажите, что случилось в Париже, тогда и скажу. Мы знаем не больше вас. Что было в Париже, наверняка знает только Дима. Дим, я надеюсь, что американец сделает в Нью-Йорке все как надо. Группа подтвердила правила игры? Да, самое главное — захватить ядерное оружие, чего бы это ни стоило. А как же французская полиция? Если бомба взорвется, то обвинять будут Россию. И миллионы погибнут. Несколько мертвых полицейских — ерунда по сравнению с этим. Соломон — долбанный псих. Даже после того, что случилось, все равно хочет отомстить. Соломон может быть и псих, но он отлично знает, как достичь своей цели. Дим, ты помнишь, последний раз мы здесь были под Триумфальной аркой? У могилы неизвестного солдата. Помнишь, что ты сказал? Если бы люди знали, как многое в мире зависит от нас. Да, сегодня пара человек узнает, что мы сделали для человечества. Понимаешь, я все время думаю об этом. Меня это мучает. Но я в себе это стараюсь подавить. Приближаемся к бирже Euronext. Мы в зоне подавления от фондовой биржи. Дима! Дим! Включаем блокиратор! Соломон не может активизировать ядерный чемоданчик дистанционно, если мы будем неподалеку. Вот они, мы приехали. Вот здесь. Готовься! Помните, в ядерный чемоданчик не стрелять, он может повредиться, и тогда всем хана. Все готовы? Давай, давай, жми на газ. Давай! Сукин сын! Ой, давайте уже! Пошли? Пошли быстрей! Захват этой, блядь. За мной! Через автопарк! Спускаешься на уровень Б, а потом по лестнице вверх. Что дальше-то? Блин, ну как же без этого, блин? А то... Пацаны, того надо убить, ебать, вы чё? Ты это не я. Мать, ёпта. Всё, а?
Ебать-то сюда. Ебать. Контакт слева! Этот готов. Минус два, нахуй. Все. А что на асфальт патронов не попадается, да, снег? Налево! Налево! Ну, все правильно. Патрончики, заебись. Через тот проход там должны быть ступеньки. Дима, на точку. Готов, да? Бля, промазал. Отдохни. Ха, он за меня его отпиздил. Не, я на Е не нажал, блядь. Даже без вас-то, блядь, чуваки. Дима, бери фланг! Оп. Я здесь, хуй. Так, где еще? Все. Поднимайся, хули ты. Чисто. Я сомневаюсь. Оп. Больно же, пацаны. Че там, пацаны? Я смотрю, у вас проблемы. Ой, я не знаю.
Основной торговый этаж вон туда. Пошел, Дима! Бля, чё, вы не можете открыть? Что? Сейчас кто-то пробьется нахуй на тот свет, блядь. Куда он ушел-то? Ой, тихо. Тихо, блядь. Побежал, сука, за куренком, пизды получил, блядь. Во, блядь. Давай, нахуй. Николай, смотри! Выходи! Чёрт, он уходит! Пробивайся! Вот это уже вообще неожиданно было. Нихуя себе, не кадры, блядь. Иди нахуй отсюда, блядь. Петух, блядь. Ну он сюда, блядь, ушел, он сюда не пройти, блядь. Ну открой, а чё, я сам не могу открыть что-то, ёптвою мать. Дай пройдём. Нам нельзя отставать от него. Он уходит! Дыши, сука, дыши, блядь. Вахабист, ёбаный. Давай, пошел. Нихуя тут мясо, блядь. Подожди, мы попадем под перекрестный огонь. Дай полиции загнать его сюда. Тогда мы его захватим, понял? Бля, надо ментов тоже мочить, блядь. Чисто. Куда он пошел? Противник за 12 часов. Я не вижу бомбу. Обходи отцов. Да ебаный пидорасы, блядь. Блядь, что я подыхать много стал, блядь. Ай, блядь, нихуя себе. Ты хуй, блядь. Может, блядь, крыса хуярить? Подожди ты.
Все. Сюда полиция сзади! Огонь и вперед! Там сближается. Пошли! Быстрее! Сука, блядь. Да, блядь, откуда, ёбаный? Пидорас, нихуя копы жесткие. Они идут вверх по улице. Броневик, еще подходят. Здесь не спешно. У нас мало времени. Справа, снаружи. Пулемет, пулемет, 12 часов. Взорвать сраную тачку! Пулемет готов! Вперед, вперед! Это он! Черт, он уходит! Через арку! Куда ты, браток? Бля, не повезло, бля, братик. Черт! Давай же! Давай за бомбой! Нет! Оставь меня! Ну нет, конец, я задержу их! Задержу их! Давай! Давай! Нельзя здесь оставаться! Надо следовать приказу! Дима, давай! Пошли! Надо валить! Пошли! Нихуя рулю велика, блядь. Давай, давай, догоняй, догоняй. Хуя себе ты дерзкий, блядь. В смысле, блядь? Я же ее успел нажать. Какого хуя, блядь? Ну, до этого момента. Блядь. Да пиздец, ебать. Блядь, не люблю вот эти клавиши ебаные нажимать. Просто, блядь, дал бы поебал ему и все. Ой, блядь. Я. Бля, вот я сейчас кнопку мыши проебала. Сейчас надо мышку было нажимать, пацаны. Это пиздец, ебать. Бля, сколько уже раз поддох за последние 3 миссии, это вообще пиздец. Вообще фейл. Сука, сейчас я ему отомщу, смотрите, пацаны, ебать. Смотрите, нахуй. Смотри, сейчас Е, нахуй. На, нахуй. Блять, я пробелом был нажать, я промазал, ёб твою мать, а. Пиздец, пробел, блядь. Сука, чтоб сдох, кто-то придумал эти раскладки кнопок ебаные, блядь. Ой, блядь, это пиздец.
пробел давай. Вот и все, да. У нас мало времени. Давай, пошли! Ты обезвредил? Что это за херня? Это же пустышка! Это не ядерное оружие! Черт, где бомба? Нет! Нету бомбы. У него что, в кармане она была, что, блядь? У боевика, блядь.